Русская Германия. Германия. Чикунгуньи нам только не хватало. Ольга Ганина. Русская Германия. Германия. 17 марта 2019 года. Из-за аномальной жары прошлых лет в Германии все чаще встречаются экзотические виды комаров. Примером тому является азиатский тигровый комар, популяции которого в настоящее время уже имеется в нескольких федеральных землях нынешняя мягкая погода выманила некоторые виды комаров на свежий воздух зимуют они в подвалах или на чердаках и появляется сразу после повышения уличной температуры холод для выживания тигрового комара проблемой не является его яйца переносит даже температуру до минус 20 градусов цельсия а вот вирусом нужно тепло для этого идеально подходит длительный период жаркой погоды независимо от того сколько из них выживут зимой, решающее значение имеют погодные условия весной, говорит доктор биологических наук, эксперт по комарам из Центра сельскохозяйственных исследований им. Лебница, Зальф, в Бранденбургском Мюнхеберге Дорин Вальтер, Дрейноальтер. Альтер. Многомесячная засуха прошедшего лета замедлила размножение данные, приводимые доктором Вальтер, отраженные в атласе комаров в котором с 2012 года регистрируется и картографируется распространение этого вида насекомых в Германии. Основанием является сообщение граждан. Они ловят все, что жужжит, пищит, звенит и так далее, в их домах, и отправляют это в Зальф, где ученые определяют вид насекомого и заносят его в виртуальный атлас. По словам Дорин Вальтер, в прошлом году было сделано почти 3000 записей на основании исследования почти 11 тысяч комаров, включая 34 экземпляра азиатского тигрового комара, что вдвое больше, чем в 2017 году. До сих пор в Германии неизвестно ни одного случая, когда серьезное или опасное для жизни заболевание было вызвано укусом комара. Это еще не грянуло, но вероятность возрастает. Чем теплее становится в Германии, тем лучше условия для размножения вируса в комарах. К сожалению, в Германии отсутствуют профилактические меры против опасных видов комаров, констатирует доктор Вальтер. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ЕЧЧ. В 2018 году в ЕС и соседних странах только с июня по август включительно показатель заболеваемости лихорадкой западного Нила оказался в три с лишним раза выше, чем за весь предыдущий год. При том, что сезон распространения этого вируса завершался лишь в октябре. Больше всего зарегистрированных случаев заражения было в Италии. Там диагноз лихорадка западного Нила с начала лета 2018 года поставили свыше 300 раз. В Греции был самый высокий процент заболевших от общей численности населения страны, а в Сербии зафиксировано больше всего летальных исходов. Там от лихорадки западного Нила погиб 21 человек. Это треть от общего числа жертв в европейском регионе. Эксперты еще опасаются, что болезнь может достигнуть и Германии, так как северо-восток Италии и юго-восточное побережье Греции являются главными перевалочными пунктами для иммигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, в свою очередь. Сербия является для них одним из этапов так называемого «балканского маршрута». То есть человеческий фактор при заражении играет решающую роль. Передается вирус через кровь, и самые активные его переносчики Комары. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.